Всем привет! Сегодня я вам расскажу про растяжку. Гибкость – это молодость нашего тела. Она отдаляет старение, заниматься может абсолютно любой человек. Если у вас нет никакого уровня подготовки, вы не переживайте, вы можете прийти на растяжку, он вам не понадобится. Для этого мы сюда и приходим, чтобы растягивать наши мышцы. Сегодня у нас будет растяжка на все тело, на мышцы ног, спины и рук. Большинство у нас будет упражнений на поперечный шпагат. Если вы никогда не садились на шпагат, я вас обязательно этому научу, и вы в скором времени сядете. Сегодня у меня будут две помощницы, мои ученицы, которые хотят растянуть свое тело и сесть на шпагат. А теперь начинаем. Поехали. Наклоны головы вправо-влево. Раз, два, три, четыре. Полукруг спереди. Четыре, три, два, закончили. Сводим лопатки назад. Раз, два, три, вперед. Семь, шесть, пять, четыре. Круговые вращения предплечьями. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, закончили. Вращаем кистями вперед и назад. Закончили. Наклоны вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли руку. Начали. Раз, два, три, четыре. Опускаем. Наклоны через верх, вправо, влево. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. Локтевой замок. Наклоны вперед. Раз, два, три. Задержались. Стоим. Голова вниз. Дышим глубоко. Локти как можно выше. Закончили. Опускаем руки к полу. Коснуться. Вытянуться наверх. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили. Вращаем тазом по кругу. В другую сторону. Полупалец, носок поставить. Раз, два, три. Раз, раз, два, три. Три, раз, два, три. Поменяли. Левая. Раз, два, три. Два, раз, два, три, три. Пружиним по одной на носок. Ноги широко, стопы в стороны. Опускаемся вниз. Локтями давим на колени. Назад разводим. Сидим. По одной поднимаем на носок. Раз, два, три. Две сразу. Раз, два, три. Сидим на носках. Опускаем вниз. Встаем. Делаем выпад на правую. Носок на себя. Раз, два, три, четыре. Поменяли, перешли на левую. То же самое. На себя натянуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Перекаты с правой на левую. Раз, два, три, четыре. Закончили. Встаем, собираем ноги. Опускаемся на коврик. Ноги перед собой, спина ровная. Работаем стопами по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В другую сторону. Восемь, семь, шесть,
5, 4, 3, 2, закончили. Оторвали пяточки от пола. Тянемся просто вперед в складочку. Дышим глубоко. Руки наверх. Наклоны вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Семь. Восемь. Остались внизу. Взяли себя за пятки. С выдохом опускаемся ниже. Медленный вдох, медленный выдох. Встаем. Ноги вместе. По одной сгибаем к себе. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Две сразу. Раз. Два. Три. Четыре. Оставили возле себя. Спина ровная. Пружиним вниз. И вытянулись вперед. Задержались. Не забываем глубоко дышать. На выдохе стараемся опуститься ниже. Встаем. Разворачиваемся к зеркалу. Ноги в стороны. Наклоны через верх правой к левой. Поехали. Раз. Два. Задержались к правой. Взяли ремень. Дотягиваем себя. Грудью тянемся к потолку. Вниз мы не скручиваемся. Взять в левую руку. Через верх. Ремень в правую руку. Грудью разворачиваемся к потолку. Убираем ремень в сторону. Руки впереди. Отжимаемся к полу. Поехали. Раз. Два. Три. Пять. Шесть. Семь. Задержались. Вытягиваемся за руками вперед. Спина ровная. Не забываем глубоко дышать. Встаем. Итак, вы увидели, какая у нас была сегодня замечательная разминка. Несколько базовых упражнений. В конце мы сели на шпагат. Благодаря нашей растяжке сегодня девочки получили легкость и очень много энергии на целый день.